благоустроенных сквера и обновленный городской парк отдыха появится в Армавире к концу года. Молодежь за инновации. В Армавире состоялся круглый стол, на котором побывала и Анна Амельченко. Награды для лучших тружеников конного завода «Восход». Агрохолдинг «Кубань» отмечает свое 15-летие. На празднике побывал Роман Габарец. Армавир спортивный. В городе состоялся настоящий праздник ГТО. Об этом расскажет Юлия Чернышова. Три благоустроенных сквера и обновленный городской парк отдыха появятся в Армавире уже в этом году. Работы здесь идут второй месяц. Чтобы успеть до холодов, строители трудятся до позднего вечера и в выходные. Масштабные работы идут в городском парке отдыха. Здесь планируют установить новое освещение, уложить разноцветную тротуарную плитку и смонтировать новое ограждение для аттракционов. В планах установка так называемых парковых диванов. Все работы должны быть завершены к концу этого года. Глава Армавира Андрей Харченко вместе с ответственными службами провел рабочее выездное совещание по вопросам реконструкции городского парка отдыха и скверов. Городоначальник нацелил подрядчиков на выполнение работ в установленные сроки и потребовал увеличить количество специалистов. Большая стройка идет и в сквере имени Аванесова, а также в скверах по улице Розы Люксембург, на участке от Ефремова до улицы Красный Яр и по Кирова на участке от Розы Люксембург до Ленина. Средства выделены на условиях софинансирования из бюджетов всех уровней. Проект финансируется в рамках программы формирования комфортной городской среды. Инициатором проекта стала партия «Единая Россия». Количество отремонтированных дворовых территорий в Армавире становится больше. Это результат реализуемой программы формирования комфортной городской среды. К концу 2017 года 60 армавирских дворов, примыкающих к многоквартирным домам, будут капитально отремонтированы. Ход работы находится на контроле у армавирского градоначальника. Андрей Харченко осмотрел несколько территорий. Так, во дворе дома по улице Островского, 162А, идет установка бордюров. Готовится основание под укладку асфальта. При проведении работ городские власти учитывают и мнение армавирцев. Однако сами жители должны бережно относиться к созданному. На это городской глава обратил особое внимание граждан. Мы сделали много. Ефремова сделали. Роза Алексеевна сделали. Кирова сделали. Сейчас городской парк делают. Делают сквер по Кирова, Тихий сквер. Практически все зоны сделали. За последние годы столько в городе сделали. Надо много, еще больше делать. Надо каждому армавирцу создать условия, чтобы были рабочие места, была достойная заработная плата. Невозможно все сделать за один год. Благоустройство дворовых территорий включает в себя ремонт подъездов, установку скамеек, урн, оборудование детских и спортивных площадок, оборудование дополнительных парковочных мест, озеленение территории. Отметим, что в программу могут войти только те дворовые территории многоквартирных домов, жильцы которых согласны своим посильным трудом, возможно, в форме субботника оказать помощь. Ирина Чупина, Александр Жерелеев, служба новостей Армавира. Молодежь за инновации. Под таким названием в стенах ЛСИ состоялся круглый стол для студентов, обучающихся в профессиональных и высших учебных заведениях города. Эти юноши и девушки по-настоящему увлечены техническими инновациями, либо полны идей в области гуманитарных наук. На сегодняшний день инновационное развитие – это новый этап, который позволяет молодым людям реализовать себя. Развитие этих технологий может позволить ребятам стать участниками различных проектов, краевых, федеральных, которых предусмотрены получение грантовой поддержки на реализацию собственных инновационных проектов. Помимо этого, зачастую те проекты, которые создают ребята, они имеют дальнейшее развитие, либо поддерживаются на государственном уровне, либо превращаются в собственные предпринимательские какие-то проекты. И ребята с помощью данных проектов могут, во-первых, развивать и науку современную, ну и тем самым получать доход от своего труда. Есть несколько составляющих, которые предусматривают мероприятия в области инновационного развития. Это образовательная часть, которая реализуется посредством круглых столов, бесед с экспертами, представления проектов. Вторая – это участие в проектах самих ребят, получение грантов. Ну и завершающая часть – это реализация этих проектов. Кстати, в Армавире такого рода мероприятия проходят достаточно часто. А еще регулярно проводятся различные конкурсы, где наша молодежь показывает отличные результаты.
У нас есть конкурс краевой IQ года, в котором традиционно ребята принимают участие, и самые лучшие проекты получают поддержку в размере от 100 тысяч рублей. У нас был молодой человек, который получил поддержку из края 300 тысяч рублей на реализацию собственного проекта. Я думаю, за интеллектуальный труд это достойная плата и достойный результат, который он потом может реализовать на практике. Надо сказать, в Армавире существует множество различных центров, кружков, где ребята с удовольствием проявляют свое творчество. Раскрыться талантом, достигнуть творческих высот ребятам, причем уже в раннем возрасте, помогают высококвалифицированные педагоги. Сейчас ко мне приходят дети с 8 лет. В этом году мы запустили 3D-моделирование посредством 3D-ручек. Ну, это самый первый шаг, скажем так. И дети этого возраста, я с ними работаю впервые. Обычно ко мне приходят ребята 10, 11, 12 лет. Во время круглого стола ребята представляли свои инновационные проекты в различных областях, за что были награждены дипломами. Второкурсник Иван Макуха работает над темой «Зеленая экономика в России. Возможности, проблемы перехода, перспективы». В самом проекте я затрагивал проблему энергетики, то есть развития зеленой экономики, замена всех тех ресурсов, которые сейчас имеются, дабы улучшить, ну, то есть сделать энергию ниже стоимости той, что она сейчас, то есть поставить ветряки и сделать умные дома. Армавирские ребята активно участвуют в выставках и научных конференциях различного уровня, в том числе всероссийского и международного. Результат, как говорится, налицо. Это вот работа ребят, это как раз робот для соревнований, для заездов по лабиринту. То есть он должен проехать определенный круг там, не коснуться стены за более короткое время. Поэтому ребята и разрабатывали, здесь вот использована специальная передача для того, чтобы было быстрее. То есть на мотор стоит большой круг, на колесе малый, и получается скорость вращения колеса несколько раз больше, чем скорость вращения мотора. То есть таким образом они ускорили работу этого робота. Для того, чтобы привести в движение вот эту модель, кстати, эвакуатор, достаточно нажать кнопку в обычном телефоне. Любое открытие во все времена цивилизации являлось инновационным прорывом в любой сфере. И, возможно, из этих юношей и девушек вырастут наши местные современные пифагоры, ньютоны и да Винчи. И их имена будут знать во всем мире. Анна Мельченко, Александр Пензев, служба новостей Армавира. В Армавире судом запрещен доступ к сайтам, на которых демонстрировалась нацистская символика. Такое решение было принято по инициативе прокурора города. Отмечу, что изображение с демонстрации нацистской атрибутики и символики обнаружили в одной из социальных сетей. Данная символика запрещена к использованию законодательством об увековечивании победы советского народа в Великой Отечественной войне, как оскорбляющий народ и память о понесенных жертвах. Одна из крупнейших российских сельскохозяйственных компаний «Агрохолдинг Кубань» Олега Дерипаски отмечает 15-летие с момента основания. Сейчас Кубань входит в тройку ведущих агробизнесов юга России по производству молока, мяса, сахара и пшеницы. Конный завод «Восход» вошел в состав холдинга в 2009 году. 15-летний юбилей отметили в Доме культуры поселка «Восход». На праздник приехал генеральный директор агрохолдинга «Кубань» Леонид Рогозин. Ряд наших партнеров, конкурентов объявили нам эмбарго. Работники сельского хозяйства объединились в единую цель, и мы сегодня видим, что страна переживает огромный бум продовольствия, производства продовольствия товаров. И здесь огромная заслуга коллектива агрохолдинга, ну и, конечно, конного завода «Восход». Компания получила от участия лошадей английской верховой породы в нынешнем скаковом сезоне более 2 миллионов 200 тысяч рублей. Всего лошади выиграли 5 скачек и завоевали 35 призовых мест в 74 стартах на Краснодарском и Центральном московском ипподромах. Мы для холдинга являемся сегодня визитной карточкой на дорожках ипподрома нашей страны. Мы представляем. И приятно слышать, когда объявляют лошадь, жокей, тренера, рожденная в конном заводе «Восход», агрохолдинге «Кубань».
Лучшие труженики конного завода были награждены грамотами и подарками. Механизаторы, водители, доярки, жокеи, специалисты предприятия принимали поздравления и пожелания на будущие годы. Перед коллективом конного завода «Восход» и руководством агрохолдинга выступили творческие народные коллективы. Роман Габарец из Новокубанска, служба новостей «Армавира». Тот здоров, кто готов к труду и обороне. Армавирцам предложили сдать норму ГТО в рамках Дня открытых дверей в центре тестирования в спортивной школе «Лидер». Каждый мог узнать о комплексе «Готов к труду и обороне» и попробовать сдать несколько нормативов. Что все не так уж сложно на пути к заветному значку, рассказали и показали десятки студентов города. Они выполняли такие нормы, как прыжок в длину с места, бег на короткие дистанции, челночный бег, подъем туловища из положения лежа. В свою очередь, между сдачей нормативов организаторы устроили настоящий праздник спорта с показательными выступлениями спортсменов. Для поддержания духа оно очень хорошо, для здоровья. Также при поступлении в ВУЗ добавляет баллы. И просто нравится заниматься спортом. Давно занимаетесь? ГТО конкретно не особо, а вот пауэрлифтингом уже 3 года. Я считаю, что это правильно. Поколение здоровое растет. Статный, стройный и значка ГТО добились сегодня около 5000 армавирцев. Они отлично справились со сдачей всех положенных нормативов. Причем это не только молодежь. Быть в форме стремится старшее поколение. Они активно записываются в добровольцы на сдачу комплекса «Готов к труду и обороне». Я лекарства не пью. Ну реально, как? У нас там 75 лет, 80 лет. Женщина ходит, мужчина ходит. Все мы ходим, занимаемся. Это здоровье же. Пока до значка не дошла, а он дошел. Я бывший легкоатлет, бывший борец, бывший гимнаст. Что вот я еще хожусь на что-то. Единый день открытых дверей в центре тестирования ГТО прошел в рамках Всероссийского фестиваля «ГТО. Одна страна, одна команда». На мероприятие собрались сотни горожан. Отмечается, что интерес к этому растет из года в год. К слову, Армавир среди муниципалитетов Кубани, как и немногие другие, является лидером выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне». Комплекс ГТО, он все больше и больше популярность набирает в стране. Поэтому традиционно вот эти фестивали, они позволяют массово сдавать нормативы ГТО населения, начиная от 7 лет, грубо говоря, и старше 70 лет. Всего 11 ступеней ГТО, для каждого возраста свои нормативы, достаточно демократичные, особенно учитывая возраст, верхнюю планку возраста. Поэтому всем желающим, мы всегда, наши двери, не только день открытых дверей сегодня, наши двери всегда открыты, мы по определенному графику принимаем нормативы ГТО у всего населения. Сдать нормы ГТО может каждый желающий. Достаточно зарегистрироваться на официальном сайте ГТО в сети интернет. Юлия Чернышова, Александр Жерелеев, служба новостей «Армавира».